Тротуары для людей. Минувшие выходные силами управления архитектуры и градостроительства Махачкалы продолжался снос самовольно возведенных лестниц и заборов в столице республики. Работы по демонтажу проводились на проспекте Акушинского и Петра Первого. Также ранее сотрудники столичной администрации избавляли эти проспекты от визуального мусора, а именно от рекламы, закрывающей фасады торговых зданий. Напомним, на проблемы захвата общественного тротуара горожане просили обратить пристальное внимание в Инстаграм на странице мэра Салмана Дадаева.